Праздник ситца здорового образа жизни и хорошего настроения прошел в субботу в Иванове. Ситцевая верста вновь пестрила тканями местного производства. Как выяснилось, наши рукодельницы найдут применение любому лоскутку. Ситец в их искусстве – основа всего. Вот все эти изделия, еще лоскутные одеяла, вот, подушечки, в общем, все панно, все мы делаем из ситца. Значит, берем лоскуточки, как говорится, из ничего делаем конфету. Из маленьких лоскуточков делаем вот такие прекрасные изделия. По сложившейся традиции, любой желающий смог принять участие в забеге на четверть версты, на полверсты и на версту. В этом году пробежаться решили 67 семейных команд. Так много желающих не было еще никогда. Ивановский край, ситцевая верста, мы вообще-то уже давно мечтали об этом, просто не получалось в течение обстоятельств, а в этом году получилось, и очень рады поучаствовать. Вот, хотели всей семьей, но не получилось, иначе маленький ребенок. Вот, мы пришли в укороченном составе. Вот, ну, понравилось очень. На старт выходили как малыши, так и ветераны. Здоровый образ жизни хорош в любом возрасте. Значение имеет лишь хорошее настроение. А этого у участников было в избытке. Я дышала, устала, но все равно настроение у меня очень хорошее. Прекрасные ощущения, прекрасная погода. Я врач, обязана своим примером, наверное, вести людей за здоровый образ жизни. В этом году ситцевая верста перебралась с набережной Увади в парк Степаново, а потому появилось больше места для проведения игр и разного рода состязаний. Кроме того, гостей ждал недавно открытый скейт-парк. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.